клип и песня называется «Порочен я тобой». Да. «Порочен я тобой». Это непростая песня о непростых взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, да? Вы снимали клип, насколько я знаю, не в нашей стране. Да, мы снимали клип в Чехословакии, потому что там было... То есть вы снимали его в 87-м году? Да, это было когда еще, до пражской весны еще давно. А там дело все в том, что в Чехословакии очень много фактуры хорошие, как-то по киношному правильно. Ты же знаешь? Фактура, конечно. Фактура, да. То есть замки, дворцы. Наш замок, в котором мы снимали, то есть это не замок, а такая летняя резиденция какого-то принца 18 века. Но мы хотели сделать так, чтобы это было непонятно, какой это век и где это вообще... Без времени. То есть приключение меня в образе Иванушки этого самого в стране... Вот в этой стране? Вот этой ведьмы. Давайте посмотрим сейчас фрагментик из этого клипа, чтобы было что нам обсудить, и часто важно.